В эфире «Новости Плюс», в студии Михаил Чеканов. Здравствуйте. В конце рабочей недели междуреченцев предупредили. Погода изменится. Синоптики обещали снег, метель, порывы ветра до 20 метров в секунду. Ожидания не оправдались. Какой прогноз на эту неделю, узнаем далее. На предстоящей неделе погода в Кузбассе ожидается теплая. По области будут наблюдаться осадки. Температура будет практически одинаковая, что днем, что ночью. Если во вторник, в среду и четверг дневные отметки будут в пределах 0-5, то ночные отметки будут в пределах -4, -9. Юго-западный порывистый ветер, снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица и слабые метели. В пятницу температура еще немного повысится. Днем она будет в пределах +2, -3, а ночная будет 0-5. Также юго-западный порывистый ветер и также осадки, гололедные явления.